Йо-хо-хошенький, здоровенький, приветище, да все уже перебрал. Короче, мы сегодня с тобой порубаем в Roblox Lumberjack Simulator, переводится как лесоруб. Ну ты уже понял, да, увидел у меня топор в ручище, это значит, что мы будем сегодня махать им и рубить деревья. Мы находимся сейчас в лесорубе деревьев. В деревне лесорубов вот такая вот, здесь есть куча всяких магазинов, есть даже стенд, где можно квестики взять, давай подойдем. И нам дают собрать око дерева. 15 штук надо срубить. Отлично, берем, я готов. Ну все, типа, квест у нас есть. 15 око деревьев мы сейчас пойдем с тобой рубить. Надо только выбежать из этого деревенского поселения. О, еще один квест. Не, дружище, у тебя он красный, я что-то его брать не хочу. Ну вот, мы выбежали. Графика здесь чумовая. Просто и смотри, какие тыквы крутые. Осталось только найти око деревья. Надеюсь, это не вот эти здоровенные. Значит так, давай попробуем срубить вот это. Ага. О, как раз око. Отлично. Самое оно, то, что и нужно для квеста. Рубим, значит, его. Как круто, слушай, оно прям анимировано, как будто я его рублю. Смотри уже, сколько здесь прорубил. Хлыбыщ. А, опа. Ёшки-матрёшки, как здесь все анимировано, круто. Ладно, давай еще одно срубим. Смотри, смотри. Рублю. И сейчас начнутся проробы появляться в дереве. Где они? Во, видал? Офигеть. Я такого в Lumberjack не 2 даже не видел. Чума. Собираем деревяхи. Смотри, а это кто такой? Это чё, Пэт, что ли? Он тоже деревья рубит. Офигеть, какой он мелкий. Я такого себе тоже хочу прикупить. Обязательно, обязательно. Как я заработаю кучу поближе, я себе куплю такого пятище. Поближе за пятище. Или пятище за поближе. Заговорился. Рубим дальше деревья. Опачки, мой рюкзачал заполнен. Ну окей. А, нет, нафига меня в эту деревуху опять затолкали. Черт, придется бежать отсюда вновь туда в лес посадку. А, ну хотя же здесь недалеко. Хорошечно. О, бежим. Итак, опа. Мы вновь забили наш рюкзачок, но в этот раз я не полечу туда, не хочу. Я хочу подбежать вот сюда. Это какое-то дилерское бюро. Здесь, походу, продают что-то. Гоблины какие-нибудь. Ну-ка, давай подойдем сюда. Опачки. Чувак. Куда? Ты видел? Я не понял. Он то ли чувака выплюнул, то ли вон ту фигулину, которая полетела туда на корабль. Короче... Деревья можно сдавать вот в эту фигулину. Это же кошерно, можно тут даже не выбегать. Целый день в поле работать, точнее в лесу. Ю-ху-ху, последний деревяк осталось. Ну точнее древесин, то блин древесин, дерево. Одно дерево осталось. Все, сейчас я его срубаю. Ну, да, квест выполнен. И меня отправляют сразу же к кораблю. Ну давай вернемся. Так, подбегаем к нашему стендику. Посмотрим, что нам сейчас там скажут. О, сколько баблишек прилетел. Слушай, ну можно теперь пойти пошопиться, что-нибудь прикупить. Косарик есть, можно уже прожить. Так, значит, это здесь у нас топоры продают. Топоры пока не хочу. Что у нас здесь? Давай глянем. Здорово, чувак. Что это? О, не трать мое время. Возвращайся ко мне, когда у тебя будет что-нибудь, с чем я могу работать. Ну ладно, я попозже тогда зайду. Так, значит, пойдем теперь, знаешь, куда? Вот сюда. Что это здесь? А, здесь у нас рюкзаки продают. Блин, ну и все получается. У нас есть кузница, есть магазин топоров и магазин рюкзаков. Стандартно все как-то. Скукотища какая. О, нифига себе. Вот это таракан. Он тоже с топором. Что-то рубит, однако. Ладно, фиг с ним, с этими пауками. Давай порекупим себе новый топорище. Так, что у нас значит есть? Да, за 400 баксов такое фуфлё, да ну нафиг. За 800 баксов, да вы что издеваетесь, он весь криво отбитый, где вы его откопали? С какой первой мировой? А это что у нас? О, за 1200 солидный такой топорик, слушай. А у меня 1400, а это чё? О, да, до этого мне еще дорасти и расти надо. Ладно, возьму в общем этот, покупаю.
кэш смэш, как говорится. Так, я не понял, где мой топор? Почему у меня первобытный топор еще? Где мой топор? Во! Че это за фигня, я не понял. Я не этот покупал. Что-то какая-то дичь началась. Ну-ка, зайду-ка я в магазин. Я понял. Смотри на рисунок. Визуально он висит вот такой, а рисунок у него такой. А здесь визуально висит такой, а рисунок здесь такой. Ну, разрабы. Ну, руки бы им поторвать. Я чуть себе эту приступ не заработал. Фух, ладно, берем этот топорик, экипируем. О, мощь. Смотри, какой красавый. Так, значит, надо взять еще один квест. Хотя мы здесь с этого стенда не будем брать. Мы сейчас пойдем Чувачеллу поможем. Чувачелла, что у тебя за красный квест горит? Я прям хочу узнать твою дикую историю. Да. Это обучение. Это не квест, нифигашеньки. Спасибо тебе, старина. Опа, Пэт у нас вот здесь вот есть. Надо бы туда сейчас забежать. Есть также NPC, с которыми можно поговорить, и они, возможно, дадут квест. Отлично. Ну, а это доска почета, где можно взять задание. А здесь у нас отпосты, которые раскиданы по всей карте. Можно также найти сундучки. А это у нас главный пиратище, который принимает дерево и дает вместо денег конфеты. Бакшоп мы знаем, что такое, но этого мы тоже чела знаем. Ну вот, в принципе, и все, разобрались. Значит, бежим искать этих пэтов. Пэтов, шметов. Где тут у нас этот подвальчик? Подвальчик. О, могилку чью-то вижу там, вон, смотри. Крест стоит. Жуть какая. Здесь еще могилка. Ага, вон, вижу. Так, чувачелы, пэты, где вы там? Хочу пэта глянуть. Ух ты ж, ёкарный, в подвал спрыгнул. Так. О, сколько здесь интересного, слушай. А здесь я могу вылезти? Могу. Смотри, сколько здесь крутых пэтов. Да вы издеваетесь, самый простецкий пэт стоит 16 косарей. О, да это просто дичь. А это что у нас за чернота? Эти надо разблокировать. Есть еще вот такой за 42 тысячи. Ух, короче, понятно. Мне пока что здесь делать нечего, так что вылазим обратно. О, тыкву надо добыть. 3 тыквы надо добыть, окей. Сейчас я их разнесу нафиг. Эти тыквы. Надаю этим тыквам по тыкве. Так, сразу же вижу тыкву. Вон там была поменьше тыква. Давай залезем наверх. Я не знаю, маленькие можно собрать или нет? А, нет. Маленькие нет. Блин, да ладно, вы чё, прикалываетесь, что ли, большие надо рубить? Вон они, большие тыквы. Да я их заморочусь и так долбить. Они же капец какие мощные. Ты посмотри, пацан здесь уже, наверное, год ее калашмарит. 4800 ударов надо нанести. Ну, не-не-не-не-не, это я, конечно, перегнул. Ну, просто у нее дофига хпшечки. О, сундук. Офигеть. Ну-ка, пойдем откроем его, что там у нас будет. Вот у меня прям чуйка на золотые сундуки. Что там? 4 конфеты. В таком здоровом сундуке. Ах, какой-то разводилово, вообще капец. Значит так, рубим тыкву. Чувак, я тебе помогу. У тебя мощный топор. Значит, это ты мне поможешь. Ну и красава, чё. Руби, не халтурь. Надеюсь, нам напополам она разделится. Ага, напополам, конечно. Разделилась, блин. Ладненько, тогда попробую эту срубить. Итак, все, срубил. Сколько конфет. Это конфеты же были? Вроде да. Офигеть. У-у-у, откуда у меня косарик уже? У меня было там 200 конфет и... Может быть, это с сундука все-таки выпала куча. Кстати, я тыкву срубил, а что-то мне не засчитали. Я не понял. Может, я что-то не так делаю? О, сундук. Сундук вижу. Глаз мой алмаз. Побежали быстрее за ним. Сейчас я его возьму. О, и там он отпуск еще вижу. Что же у нас здесь? Смотрим. У нас 1434 конфеты. И плюс 14 конфет еще прибавилось. Нет, значит, эти деньги не из-за конфет. А из-за чего тогда? Откуда эти деньги взялись? Неужели эта тыква такая дорогая? Ладно, попробуем своими силами срубить эту могучую тыкву. Еее, наконец-то! Ну-ка. Нифига себе! Оказывается, это за тыкву мы получаем столько денег. Уже 2600 сладостей. Фу.
мощно, но вот только я понять не могу, почему у меня квеста не выполняется нифига. Может, я какие-то не те тыквы рублю? Ладно, сейчас походим, посмотрим. Да я здесь, в принципе, больше тыков-то и не видел. А, подожди, срубить каменным топором. А у меня какой топор? Это какой? Warrior Spirit Stone Axe. Вот этим топором? Да я ж вы издеваетесь, я же им заколошмарюсь, долбить эти... Нет, это же жесть. Ты прикинь, сколько я сейчас буду колошмарить тыкву этим топором. Это же просто смерть. Ну ладно, давай попробуем этим топором. Ну... Можно меня просто сразу же в ад отправить и все, чтоб я там мучился. Я ж заколебусь этим топором и... Не, ну это не серьезно. Не-не-не-не-не. О, смотри. Это что такое? Это здоровенное дерево ходячее, это же босс. Здорово, чучело. Мне кажется, тебя кто-то изрядно так потрепал. Оу, отпусти меня, я к тебе... Оу, нормаленько, спасибо. Да ты ходячий аттракцион. Ты мне даже вроде и хпшек-то не отнял. Это ж прям круто. Короче, я понял, здесь больше нет стон топоров, поэтому придется корячиться тем. Но я так долго не хочу мучиться, поэтому мы покупаем вот этот вот. Отлично! Открываем свой рюкзак и вставляем руки в вот этот лаймстон. Лаймстон? Лаймстон? Серьезно? Лаймовый камень? А как же лаймакс там назвать или еще что-нибудь? Лаймстон выглядит вот так, словно ему кто-то отбил вот эту часть. Ну, это так задумано. Это типа дизайнерская задумка. Значит, мысль у меня такая. Вначале я калашмарю вот эту вот тыкву этим топором. Так. Ага. Это все пошустрее будет, чем обычным топориком. И под самый финал я достану тот Axe Stone. И я надеюсь, что это должно помочь. Последний удар. Нет, надо еще. Вот. Все, сотня. Ставим Axe Stone. Нет, не этот. Вот этот надо поставить. Вот. И добиваем. Ну же. Есть! Сработало! Наконец-то! Ну все, теперь я знаю механику. Так что пошли рубить. И, кстати, никого не смущает, почему мы рубим тыкву, когда ее можно срезать и утащить. Хотя, да, как я ее утащу? Она же очень здоровая. Стэндик, сколько же денег ты мне дашь за такую трудоемкую работу? Итак... Ну-ка. Косарик. Да тьфу ты, блин, столько парился, но зато тыквы мне много чего дали. Так, значит, надо здесь в нашей деревеньке поговорить с кем-нибудь. Вот, например, вот с этой вот теткой. По-любому она какой-нибудь квест мне сейчас даст. Интересно, а где это находится? Что находится? Ты мне бы хоть что-нибудь сказала. А что-то как-то... Понятно, диалог у нас не состоялся. Пойдем поговорим вот, например, вот с этим чуваком. Гламурный чел, какая у тебя башковитая башка. Чё ты нам скажешь? Потерял новенького. Так, понятно, ты потерял новенького. Они говорят какими-то загадками все в этой деревне. Они сумасшедшие, что ли? А ты чё скажешь? Ух, прости, это большой день. Нет времени на общение. О, нормальный чел. Вот это дровощек, вот это я понимаю, лесоруб. Сразу просто меня отшил, сказал, что нет у него времени на общение. Ладно, так... Значит, общаться здесь я больше ни с кем не хочу. Давай-ка мы зайдем в магазин рюкзаков. Посмотрим, что у нас тут. А, это у нас бесплатный. Этот за 1100, 2200. 8800. Мадам, может вы прекратите пить? Это раздражает. Спасибо. Так, значит, за 8800 это слишком. Прямо смотри, какой скачок. 2200, тут кобана 8800. Но тут зато вместительность огроменная. В общем, понятно, значит... А, куплю, наверное, такой. Вот, покупаю такой. И вам спасибо, мадам. И одеваем его. Во, все. Кстати, ты замечал, что здесь на магазине написано Cozy Packs. Это Cozy рюкзак. О, сундуки. Сундуки на деревьях. Сколько их. Нифига себе, я допрыгнул. Блин, моя костыляха не позволяет мне прыгать на длинные дистанции. Как бы мне туда добраться-то, а? Подожди, а если отсюда? Так, есть.
Есть контакт? Отлично! Ух ты, посмотри, сколько здесь сундуков. Сейчас я это все соберу. Сколько? 41. Здесь сколько? Я ощущаю себя сейчас Марио. 61. Отлично. Растем немножечко. А тут 62. Ну, пойдет, ладненько. Значит, пойдем на разведку. Сейчас посмотрим, что здесь у нас еще есть. Помимо аутпостов, босса и тыкв с деревьями. Ну-ка, пойдем-ка попробуем. Попробуем ему тоже накостылять. Вдвоем-то веселее будет. О, нет. Кажется, он меня сейчас выкинет в космос. Фух, пронесло. Пронесло. О, я у него под днищем нахожусь. Ха-ха-ха-ха. Ну, я, конечно, его долго так буду рубить. Нифига себе, это я тебя подкинул. У-у-у. Чувак, все, ладно, я пошел. Короче, мне с тобой здесь соревноваться нечего. О, внизу, смотри, всякие штуки интересные есть. Ну-ка, пойдем туда, сползаем. Прыгаем. Так, там есть еще куда-то вниз. Есть даже канатные дорожки какие-то, смотри-ка. Вон канатная дорожка вниз ведет. Как будто туда и нужно спускаться. Это нормально. Угу, еще ниже. Так, и куда же это я вот сейчас приду? Топочки, пещерочка какая-то. Здесь у нас пристань, типа, для кораблей. Ну-ка, пойдем в эту пещеру зайдем. Ну да. Да, здесь у нас вагонетки, видимо, ездили. И все, пригородили путь вагонеткам. Больше они здесь не ездят, а если вот... А, здесь никак. Ясненько. Ну, что я могу сказать? Это самый скучный лесоруб из тех, которых я вообще играл. Либо мне просто уже наскучили такие симуляторы, я не знаю. Давай взберемся повыше. Вот так вот. Ух ты, я думал, здесь анимация, что мы будем взбираться как-то по этому канату. Нас просто телепортает. В общем, если тебе понравилась эта игруха, все ссылочки будут в описании. Опробуй. Может, тебе зайдет, но мне как-то слишком скучновато. Ну, а на этом лесорубском разрубителе тыкв я с тобой прощаюсь. Тебе спасибо за просмотр, всех благ, увидимся на новом видосике и покедище. Кавабунга! Хочу спрыгнуть в космос. Я космонавт, пиратский космонавт.